Экс-президент США Дональд Трамп и его соратники могли участвовать в преступном сговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. К такому выводу пришел спецкомитет Палаты представителей, который расследует обстоятельства штурма Капитолия в январе 2021-го. Там заявили, что команда Трампа распространяла ложную информацию и давила на власти штатов. Доказательства, имеющиеся у комитета, отправлены в суд.